На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение об объявлении ЧС на территории наших четырех поселений, это города Крымска, пригородного сельского поселения, Южного и Нижнебаканского поселения, для того, чтобы все силы и средства привести в режим повышенной готовности. Сегодня мной были даны поручения проверить оперативность развертывания пункта временного пребывания размещения людей, проверить готовность к работе системы оповещения населения в случае необходимости их оповещения, проверить готовность транспорта для эвакуации, наличие мягкого инвентаря, постельного белья и трехдневного запаса медикаментов и продуктов питания в случае, если будет необходимость по развертыванию таких пунктов временного пребывания. Несмотря на то, что идет дождь, ситуация контролируемая. На всех речках и опасных участках у нас выставлены посты наблюдения, работают наблюдатели. Каждый час оперативно меня информируют об изменении ситуации. Вот с утра до 12 часов подъем незначительный, от 15 до 20 сантиметров. Это не критические уровни подъема, поэтому мы сегодня оценим ситуацию как штатную. Но, тем не менее, вот заседание комиссии было проведено и режим повышенной готовности объявлен. Но я хотел бы обратиться к жителям нашего района, в первую очередь, к жителям города Крымска, станицы Нижнебаканской, Нижнебаканского сельского поселения, пригорода и Южного сельского поселения. Никакой паники, ситуация находится под контролем. Все службы и средства приведены в режим повышенной готовности и в случае необходимости готовы принять самые оперативные меры по спасению жителей нашего района и недопущению каких-то критических ситуаций. Ну а также просил бы всех жителей оперативно информировать, если будут замечать где-то повышенный подъем воды, разлив воды из рек или просто какую-то чрезвычайную ситуацию или критическую ситуацию, которая может угрожать жизни или здоровью наших жителей. И поэтому мы готовы оперативно и быстро на это все отреагировать.